Правая партия «Альтернатива для Германии» может войти в Бундестаг после выборов в следующем году. Такую возможность не исключил ее сопредседатель. Накануне эта политическая сила сумела обойти партию Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург. Это в передней Померании. Альтернатива для Германии выступает с ярко выраженной антиисламской позицией и критикой миграционной политики Меркель. Впервые в истории такая сила смогла привлечь больше голосов, чем правящая партия страны. Да еще и на политической родине Меркель. Мекленбург, Передняя Померания, это как раз тот регион, от которого канцлер и прошла в Бундестаг еще в далеком 90-м году. Лидер социал-демократической партии Германии уже нашел объяснение неудачи Меркель. Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль уверен, что она не смогла претворить в жизнь свой план по интеграции беженцев в жизнь немецкого общества. А ее лозунг «Мы сделаем это» по смыслу превратился скорее в «Мы сделаем это, ничего не делая». Масло в огонь добавила и лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она приветствовала успех единомышленников из «Альтернативы для Германии» и назвала их патриотами своей страны. То, что еще вчера было немыслимым, сегодня стало возможным. Патриоты из «Альтернативы для Германии» смели партию Меркель. Мои поздравления.